Всем привет! Приехали очередные посылочки, в этот раз целых 3 штуки. Ну, в принципе, я пришел на почту, сразу не знал, пришел за одной большой. А там мне дали еще 2, без трек-номера ехали. Но, скорее всего, здесь у нас бампера и чехлы для телефонов. Потому что больше меня ничего без трек-номеров не заказывал вроде. Ну, там мелочевка есть, но думаю, в таких пакетах. Ну, там чувствуется, что бампера. Ладно, сейчас распакуем. И здесь у нас большая такая посылочка, которая не лазит в объектив. И здесь у нас клавиатура вместе с мышкой, комплект от компании Rappo или Rappo, не знаю. Ну, почитал, вроде китайцы там тащатся от этой компании, вроде все супер делают. Решил себе взять. Обошелся комплект 80 с мелочью, короче, долларов. Ладно, давайте начнем с чехлов. Так, сколько здесь? Кейс одна штука, оценен в 3 доллара. Ой, блин, отрезал называется. Ну, давай, давай. Что там он еще положил такого интересного? Так. Запаковал даже очень хорошо. Пупырки там чувствуется довольно много. Продавец ответственный. Молодец. Поставим 5 с плюсом, если чехол целый. Так, все, больше здесь ничего. Да, это чехол для Samsung. В принципе, интересно так. Как-то она здесь достается. Так. Ну там просто картинка, да? Ладно, давайте его. А, он достается вот так вот. Расцветка этих чехлов. Ну вот, в принципе, вот она есть. Взяли желтый-зеленый, это девушки. Ну, заказывала, попросила, потому что сама не умеет заказывать. Здесь вот знакомая попросила заказать. Для Samsung i85-52 вроде. Ну это какой-то Galaxy, по идее. Так, ну что он себя представляет, хоть посмотреть. Стоит, кстати, 5 долларов ровно. Стоил 5 долларов. Получается... А, он из двух частей. Смотрите. NX. Кейс какой-то. Ну, вот это вот резина зеленая. Силикон. Или резина. А вот это уже пластик. Желтый. Желтый и вот этот вот тоже пластик. Он снимается он вот так. Да? Да, вот видите. Вот такой вот чехольчик. Полностью. Можно носить или как бампер. И еще для красоты можно одеть сзади, как говорится, вторую крышку для батареи. Пришпандорить. Ладно, с этим закончили. Давайте дальше перейдем. Значит, здесь у нас бампера, скорее всего, для MX4. Да? Так. Вот гад. Вот гад. Вот продавец хитрый, а попался. Заказывал 3 штуки. 2 пластмассовых, 1 силиконовый. Продавец положил, в принципе, вот один силиконовый и пластмассовый. Да, наушники. А вот еще был волк, его-то нету. Да? Ну да, нету. Ладно. Посылка без трек-номера. Как продавец с нами, так и мы с ним. Я ничего не получал, деньги я возвращаю. Раз он так пожалел. Хотя они дешевые, они стоят почем? Нашел продавца, он новенький, буквально без рейтинга был. По 1,5 доллара. Что силиконовый, что пластмассовый. 1,5 бакса. Я заказал, вот на, грубо говоря, 5 баксов, 3 штуки. Чтобы так, ну, ровная цена была. Но продавец недобросовестный. Положил бредятину. Ну, точнее, положил все как полагается, но не доложил. Пожалел, видимо. Хотя написал, все, друг, я все тебе отправил. Все там, не переживай, все скоро будет. Я тебе отправлю. Как говорится, как к нам, так и мы к ним. Так, по поводу клавиатуры. Писался продавцом, спрашивал, будет ли, может ли сделать там гравировку, ну, с русскими буквами. Продавец сказал, ой, друг, типа это очень тяжело у нас в моем районе, типа нигде нету, если есть, то большие очереди. Но я думаю, ладно, хрен с ним, а что там можешь предложить? Говорит, я положу вам типа в подарок наклейки русские. Я говорю, ну хорошо, давай. Он мне типа пишет, вы только не забудьте их наклеить перед тем, как вы будете использовать клавиатуру. Я говорю, да ладно, я знаю, не дурак, разберусь. Ну, в принципе, вот они, сами наклеечки. Вроде все буквы есть, да, даже символики эти, как их, символы на цифры. Russian, русские. Ладно, хоть буковки, ну я это сделаю уже сам здесь. Отнесу, у нас, по-моему, стоит 10 долларов гравировка.
чтобы, ну, не наклейки, а то есть наклейки вечно отваливаются. А, он даже положил две. Еще и черную какую-то матовую. Тоже Russian. Буквы эти уже типа не бумаги, а типа пластика сделаны. Russian. Ладно, молодец. Что хоть положил? Два. Хоть что-то. Так, все, пакет. Ну, конечно, не упаковано, ни хрена, нормально. Рапу V100. Мышка и клавиатура. Что у нас здесь интересного пишут? Типа там, что все супер-пупер-пупер. Ну, как китайцы писали, там хвалили ее. Не знаю. Конечно, коробка пострадала. Посмотрим, как будет работать сама клавиатура, если она еще работает. Так, что здесь? Так. Так, ну что мы здесь видим? Мышка. Ну, все как солидно. Шнурованный провод. Мышка. Ну, даже приятная на ощупь. И в руке она, в принципе, лежит отлично. Я думал, будет меньше. Вообще классно. Кнопки классные, удобно. Я думал, будет неудобно. DPI. Я вот не помню, какой у нее этот, ну, максимальное значение резкости, или как там DPI это измеряется. Здесь, скорее всего, будет подсветочка. Здесь. И сколько у нас кнопок? Раз, два, три, четыре. И две здесь стандартные. Ну, в принципе, с моей... Перед этим была Genius. Она у меня уже... Правая кнопка заедает. Я там ее уже перебирал. И провод укорачивал, потому что переламывался здесь. Там тоже шнурованы. В принципе, здесь тоже подзолочены. Штекер USB. Ну, в принципе, все как это. Фирмовая мышка. Дорогие мышки обычно так и делают. Качественно. Ну, видно, что она даже... Единственное, что здесь не хватает. У меня в моей Genius еще открывается крышка. Там грузы. Ну, различные... Вес можно делать для своей руки, как удобно. А здесь уже она такая не сильно легкая, не сильно тяжелая. Такая средний вес. Ну, может быть, будет хорошая. Проверим, что здесь. Рейтинг 5 вольт, 300 миллиампер. USB модель. Made in China. Optical Game Mouse. Оптическая. А, ну, для геймеров, да, надо. Оптические. Так, и сама давайте перейдем к клавиатуре. Что у нас здесь? Бумаги. Диска здесь нету. Странно. У меня к Genius и Sven клавиатуре всегда были диски. Ну, чтобы там поставить всякие настройки, программировать кнопки. Здесь, в принципе, тоже какая-то программа есть. Наверное, они зашиты в этом, в клавиатуре. Скорее всего, подключаем клавиатуру, и клавиатура будет сама уже устанавливать программу. Так, где у нас там, что там у нас застряло? Ой-ой-ой-ой. Это еще мучаться с этой бумагой. Тоже шнурованная клавиатура полностью. Хотел Bluetooth взять, но потом подумал, ай, ну нафиг с этими батарейками возиться. Шнурованную взять хорошим кабелем, толстый кабель, довольно... Вообще, ну, такое качество чувствуется. Хоть и китайский, но чувствуется. Даже эти, как их... От помех, все забываю, как называется. Фигня полезная, часто спасает, если сильно эти всякие перебои есть в электричестве. Или блок питания хреново работает. Ну, в принципе, клавиатура, знаете, такая солидная. Выглядит хорошо. Даже с подсветкой. С разной подсветкой. Давайте, наверное, я сейчас ее подключу, если мне хватит провода. Так, включил клавиатуру. Ну, смотрите. Ну, конечно, не то, что хотелось бы. У меня обычно в Sven, ну, тоже сейчас ставлю кадр, посмотрите, Sven, какая у него там всего две расцветки, красный и синий. Можно регулировать там, все делать. Здесь, смотрите, такая вот. Хотя, в принципе, здесь, наверное, тоже, да, здесь можно делать ярче. Да, в принципе, тоже все отлично. Так, это на яркость. Это что у нас? А вот тусклая. Какие-то непонятные глюки. Или это у меня глюки. Ну, интересная клавиатура. Думаю, будет... В принципе, буду доволен. Так, ну, подставки стандартом. Как и должно. Резинки. Конечно, толстоватая. Ну, это механическая клавиатура для геймеров. Я хоть и не геймер, но решил немного обновиться. Вот так.
Посмотрим, сделаем тест, как она будет работать. И будет видно, ребят. Ладно, все, надо заканчивать. Смысл здесь уже что-то показывать дальше. Распаковку сделали. Остается только затестить клавиатуру, мышку и бампера. А, кстати, бампера, по поводу бамперов. Давайте хоть посмотрим. То может даже еще и не те бампера, может, такой MX4 прислал, а не прошку. То есть, и продавец, если он уже обманул, то может по-серьезному обмануть. Что валялось там уже где-то, или где стер на рынке, да загнал. Хотя там, я не знаю, мелочиться ради чего. Не, в принципе, это, скорее всего, да, по размеру подходит. Полностью сел. Ну, в принципе, сел отлично, бамперок. Нигде не люфтит, не болтается, сидит как влитой. Ну, в принципе, нормально, отлично. И не особо он стал толще, сам телефон. Отлично. Хоть один бампер и один силиконовый. Почему силиконовый? Сейчас еще хочу попробовать еще одно. Подождите. Так, что хотел еще проверить, ребят. Подойдет ли на М1 чехол? Давайте силиконовый возьмем. Так, я посмотрел, они типа, ну, в принципе, абсолютно одинаковые по размеру, все по толщине. Так, где силиконовый? Где я его кинул? А, вот, перед глазами лежит и не вижу. Так, сразу проверить. Вроде по размеру они, вот я смотрел, единственное, что отличаются, это то, что здесь сим-лот сбоку. Ну, в принципе, нам симку один раз поставить, и все, и больше ей пользоваться не приходится. Ну. Все, ах, по камере, чуть-чуть по камере не влазит. А так, да, сидит. Сидит, по камере чуть-чуть не влазит. Даже здесь по отверстиям полностью он совпадает. Вот такие вот дела, ребят. Да, и чуть-чуть, получается, на MX4 Pro чуть-чуть шире. Потому что это что-то по бокам какой-то свободный. Ну, временно, пока не приедут, походит жена с таким или с пластмассовым. Ладно, ребят, все, будем заканчивать. Видео слишком длинное, слишком долгое. Все, если видео понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии. Подписывайтесь обязательно на мой канал. И всем до скорых встреч. Всем пока.